Я не понимаю, что ты держишься за эту развалюху. Это мое место силы. Смотрим в праздничные дни. Говорят, что наши дома будут сносить. Без согласования с местными жителями никто ничего не утвердит. Все хорошо. Ну, надо с ними пожестче. Закон под нос и все дела. Тут ведь деньги большие. Как же вы можете упустить это место, правда? Но она очень неприятная особа. Потому что на тебя наехала. Да нет, это потому что она дура. Для него дело всей жизни. Не остыли еще к своей идее? Как раз наоборот. Для нее больше, чем жизнь. Я родилась в Озерном, в доме, который построил мой прадед. Это наше фамильное гнездо. А сколько там домов? И домов 15 будет. Действуй. Катя, мы горим. Фамильное гнездо. Премьера 8 мая в 21:00 на канале «Россия».